Так, пока мы были на выставке, муж здесь присел в ресторанчике. Сейчас зайдем тоже. Давай, заходи. Подожди. Давай, заходи, заходи. Я знаю, как заходить. Вот так и делаешь. Аккуратненько. Аккуратненько. Все, идем сядем. Папа там идем. Ух ты. Какое заведение. Ой-ой-ой, смотри. Подарки. Елочка. Идем к папе. Здесь даже зеленый уголок есть. Ничего себе. Давай. Идем сядем, кофе попьем. Здесь кофе? Да. Здесь кофе. Так, взяли чай. Да, я видела елочки здесь. А там подарок. С лимончиком. Алька, поздравляю тебя. Заказали бургер. Такой вот разрезали пополам. Ух ты. Новогодний бургер. А я просто чай. Мам, я обожаю Новый год. Да, конечно. Я тоже обожаю. Когда нам Дед Мороз подарки принесет? Скоро, скоро. Давай, скорее бери и кушай. Давай. Зима еще уже началась. Ну нет у нас. Нет, вот тот стаканчик возьми, он не горячий. Вот тот. Это же и Нина. Нет, он не хочет, не пьет. А вы молодцы, да? Угу. Только у нас остались соусы. И кетчуп. Да, здесь детская комната. Всем советую кафешку. Находится около, напротив метро Хатае. Называется Ибис. И детская зона игровая здесь есть. Такая вот интерьер симпатичный. Приехали в банк, муж кое-что должен оплатить, кое-какой счет. Ну а вот мы сидим, маемся. Не балуйтесь, не балуйтесь. Садитесь, сейчас папа придет, мы поедем домой. Садитесь. А как же игрушки покупать? Игрушки покупать? Ну я не знаю. Вот, вот, вот детишки, игрушки и гулять. Мы хотим на ярмарку. На ярмарку? Ну, посмотрим сейчас, Алька. Получится у нас по времени. Мы же должны еще вернуться. Алька сегодня молодец, умница у нас. Понравилась тебе выставка, Алия? Да? Устала, да? Нет, я хочу гулять на ярмарке. Да ты что? Едем домой по Московскому проспекту. Хотела вам показать вечерний Баку. Да, дорога в аэропорт. Какая красота здесь. Все дома отреставрировали. Вечером все дома с подсветкой. Вот так стал выглядеть Московский проспект. Бывший Московский проспект, а сейчас проспект Гейдара Алиева, старый мост. Нет, мама снимает. Зачем ты не говоришь? Леша, отмели, если звонили, если кто-то нужен, позвоните, скажите, что он нужен.
Hazımım. Едем, едем, никак не доедем. Везде пробки. Сейчас 6:30, в самый час пик попали. И вот так долго добираться из города. Но в Ханэ, и еще сейчас загруженная это главная трасса, так как все возвращаются, многие, кто работает в Сумгаите, они едут в Баку, и сейчас вот возвращаются вечером назад в Сумгаит. И эта одна трасса, она бывает очень сильно загружена.